Всем добрый вечер. Файтон сегодня работает в Чугун Ногтя. Мы хотим сказать, что используя универсальные движения для студентов различных положений. Вот начинаем с оборота, да, обычно симпатии, отсюда. Пошагиваем в паркет, углубляем и делаем отсюда еще больше. Вот таким образом. Или к локтю. Где-то здесь, да? Вот отсюда прихватил руку, выявляется, плечо я специально отпускаю, выявляется, пытается выбросить. Вот. Было желание руки мои убрать. Руки мои будут убирать, нажимать, да. Он руки мои подарит, я прихватываю, разворачиваю, прижимаю, так, чтобы руку не убрал. Вот, да. И сразу локтем по нему сползаю, стопа на мышку. Вот туда. Сполз, на секунду поднял, зарядил. Плечо в плечо. Такое движение. Партнер со стороны начинаем бороться, вот так заряжаю руку, беру и подбиваю его ногой, сразу заряжаю руку, прижимаю, все то же самое, подбиваю. Со спины еще. Положение. Я удержание делаю. Партнер начинает левую руку вставать, отталкивать. Что я делаю туда? Сверху или снизу. Здесь получается, я придавливаю плечо. Вот так. Очень хорошо рука. Порой. И свежим рука. Голову плечо. Делаю. Также могу положить вот так. Он начинает меня толкать. Толкать. Так, вот отсюда. То есть положение универсальное, одно и то же. Просто из разных положений можно делать. Спасибо, всем удачи.